Ну чё, как дела, народ? Всем привет, с вами Блуд Линус, и мы сегодня дальше проходим Dawnfall. И остановились мы на том моменте, что нас убили топором, вы представляете? Просто двоих, и Джо, и Агнес. Агнес появляется в каком-то месте непонятном, похожем, знаете, на отель на какой-то. И это, я могу предположить, что этот отель очень похож, знаете, на что? На тот отель, в котором мы появлялись в конце Dawnfall оригинального. И не могли понять, было все по-настоящему с нами или нет. А тут есть какой-то мусы-хэт, я не знаю, голова лося или что-то типа такого. Можно тоже опять же поговорить, как и со свиньей Джо говорил, нормально вообще, да? Не беспокойся, мистер Мус, все будет в порядке. Я найду этого чертова ублюдка, который оторвал твою голову, да, и отрезал, и что-то накажу его. You see, lot stuff, тут много вещей каких-то, разве нет? Ты бедненький. Тхинг, ты бедная вещь что-то. Не волнуйся, мистер Мус. Все будет в порядке, да, потом. Мы поговорили с головой лося, как-то очень странно. Окно. Exmin open. Такая погодка себе, да? Давайте откроем. Мы слышим очень, ну, громче, да, звук дождя. Блин, как я люблю звук дождя, особенно под него сосыпать. Так. Вздох. Я даже не знаю, что сказать тут. Кровать. Лечь на нее. Ха, я даже не знаю, чья это комната. А, значит, это не ее комната, отлично. Пледик. А, выглядит тепло. Ну, нам, наверное, отсюда надо выходить. Экзмин. Найс, дор. Типа две, я полагаю. Открываем, но закрыто. Я закрыта? Опа, кто-то к нам стучит. Кто? Кто это? Дверь закрыта, у меня нету ключа. Так что, пожалуйста, уходите, ладно? Ого, кто-то ломает двери. И стучит дальше. Я позвоню в полицию. Воу. Кто бы ты ни был. Уходи, убирайся. Ё-моё, он стучит и стучит, без перерыва не уходит. Так, хорошо, не паникуй, Агнес. Нам нужно срочно отсюда сваливать. Быстро. Я знаю, что нам надо делать. Мне кажется, нам надо вот этот плед взять. И, скорее всего, из пледа и, наверное, тут еще вот на кровати есть, скорее всего, да, одеяло или что-то такое. Мы сейчас завяжем, сделаем себе, знаете, как в фильмах там в разных, такую штуку и свалим отсюда. А, наверное, завяжем мы на голове у лося, потому что где бы мы еще могли быть? Так кто там стучит? Он... Кто бы это ни стучал, я даже без понятия. Так, подождите, а... Если так, я должна сначала найти что-то длиннее. Подождите, может быть, как-то вот так вот? Юз? Нет. Юза? Нет. Подождите, что же нам делать? Бедный мистер... Ну... А, вот. Извини меня, конечно, мистер Мус. Ну, типа, мы на твоей голове завяжем. Блин, этот чувак стучит и стучит. Непонятно, опять же, давайте используем еще эту штуку. Непонятно, если честно, кто тот чувак с топором, он очень похож на Джо, но может быть это какая-то из его... Это... Так, спуститься вниз. Воу. Сейчас мне кажется, что он выломает двери, только хренам. Опять топор в крови. Это... Этот момент похож на сияние. Фильм такой есть, если кто не знает. И мы выбираемся из тихой гавани, да? Из отеля. Я, честно говоря, думал, что мы сейчас где-то в другом месте. И что-то мне подсказывает, что мы близки к демке. Что мы сейчас отсюда выберемся. Ой, боже, Агнес упала. Бедная Агнес, ты не поранилась? Не, все в порядке, отлично. Куда же мне идти? Front door. Open. Закрыто, но это в порядке, потому что я не очень хотела бы возвращаться обратно. Да, мы должны сюда свалить. Под дождем. Блин, какой же звук дождя вообще замечательный. Так, но мне кажется, ворота тоже будут закрыты, ворота. Да. Конечно. Закрыто. Так, машина. Подойти ближе. Эта машина как-то может протаранить его. Car. Open door. Открыть дверь. О, дверь сломали. Упс. Я, друзья, честно говоря, сейчас, может быть, на вебке не очень такой, как сказать... веселый и полон сил, потому что уже где-то на 11 часов ночи, и я немножко подустал, потому что переводил и смотрел эту игру. Это жесть. Игра вообще бомбовская, если честно.
завести двигатель. Ключ в этом замке, как мне повезло. Это хорошо. Так, может быть. Я должна что-то положить на газ, ну, педаль газа. Должно сработать. Гения, гения она. Так, ну а что же нам положить? У нас ничего нету такого. Так, а тут, смотрите, статуя. У статуи нету... Так. Статуя. Сейчас мы что-то возьмем. Голова, нога, пенис. Давайте пенис возьмем. Охренеть. И что, пенис мы получится положить и сломаем? О боже. Это, конечно, не очень так весело, но... Так, старты. А, не получится, подождите. Нам надо на... Да. Что-то как-то пенис выглядел. Не совсем как пенис. Так. Получилось? Опа. Не в этот... Не по этому пути. Ты тупая машина. Походу, она хотела, чтобы она вперед поехала, а она поехала назад. Ну а какая нам разница, в принципе? Главное нам выбраться, да? И музычка такая интересная начинается. Довольно, блин, офигенная игруха. Во! Демо-версия. Вот она, демо-версия, друзья. Она именно начинается отсюда. Но я, в принципе, не знаю, стоит ли ее показывать полностью или нет. Ну, может быть, мы как-то по-другому будем отвечать и тому подобное, что-то другое произойдет. Потому что, как вы поняли, игра рассчитана на то, что как вы ответите, так и будет. Это не ходячие мертвецы, в которых как бы ты ни отвечал, то все будет одинаково. Коридор. Да, это демо-версия. Но я, наверное, ее пройду. Давайте сразу поднимем эту куколку, которая нам понадобится. Блин, какое же платье у нее интересное, да? Что я хочу сказать по поводу этого всего? Возможно, кто-то не смотрел демо-версию, и для вас я сделаю прохождение просто этого момента. Просто я уже знаю, что тут будет. А что, если сюда пройти сразу? А, нет, пока что нам сюда не стоит идти. Да, я помню, что нам надо делать. Идем сюда. И мы должны сейчас комнатку найти, да, вот она. С кучей тыков. И в этих тыков мы найдем одну такую маленькую и размажем ее. Отлично. Куколка. Используем, конечно же. Я, честно говоря, не знаю до сих пор, почему, как мы тут это место нашли и каким образом тут Иви находится. Но это, и вот это вот здание, мне кажется, соединяется как-то... Фу, блин, я аж опять испугался. Это место соединяется с отелем Тихая Гавань, мне кажется. Она недалеко ушла. Но почему она именно сюда пошла? И вот мы находим Иви. Поговорить с ней. Hello? Привет. Что это за место? Кто ты такая? Давайте спросим. Я Иви. Okay. Хорошо, Иви. Hi, Ivy. Привет, Иви. Я Агнес. I'm terrible with names. Я, да, ужасно на имена, но вы помните все, да. Так что я, скорее всего, не запомню этого имени. Скажи мне, что ты хочешь, и оставь меня в покое. Я не та, кто ищет компанию. Нет, черт возьми, я обещаю, я не возьму у тебя много времени. Не займу. Кто-то следует за мной. Нам нужно выбираться отсюда. Я не могу. Но... Это же какой-то, мать вашу, ну, сумасшедший тип, у него есть топор, я знаю. Но она меня не отпустит. Так, ну это мы знаем все. Кто? Конь в пальто. Щи, она типа, да? Кто это щи, типа, кто это она? Она монстр, которая заперла меня тут. Да, толстые маленькие личинки, которые жрут мою голову, не хотят уходить. Она бог и дьявол. Обманщица. Демон. Так, хорошо, хорошо, я поняла. Хорошо. Беги, если ты сможешь, да? Ну как, тут все места, ну, тупики везде. Я заблукала. Запуталась. Есть один путь. Он проходит через ее дом. Но возможно... Может быть, ты сможешь. Вот, I will make it. Я сделаю это, но ты пойдешь со мной. Ты не сможешь мне помочь. Тут нет пути выбраться отсюда. Это звучит как сумасшествие. Хватит грустить. Мы выйдем. Я сказала нет.
Ни в какую она не хочет, да? Get your ass off this chair right now and follow. Давай, поднимай свою жопу с этого стула и следуй за мной. Прямо сейчас. И follow me. Но... Никаких но. Будет все будет в порядке. Я защищу тебя. Давай. И тут она резко встала. Подожди. О, я получил... Здесь есть дверь, которая... Runway Bridge. Она не открывается. Ну да, она уже говорит, типа, там, тебе надо сделать ручку. Пожалуйста, я только что получил эту. Да-да-да, двери там... Вы помните это все. Если кто не помнит... Ты просто следуй за мной, и все. Хорошо? Посмотрим же, как отличиться в этот раз все эти моменты и что же произойдет. Ну, мы все, в принципе, сделали. У нас есть кровавая кукла. И мне кажется, что ничего не поменяется, потому что... Аккуратно сейчас. Я думаю, этот мужик, который следовал за мной, где-то... А, тут он проходил ранее, она говорит. Так, а сейчас вроде бы сюда, если я не ошибаюсь, надо пойти. Да, вот тут вот какие-то... Непонятно, то ли кровь, то ли что это черное со стулом. Непонятная хрень. Кровяша, наверное, засохшая. Коридор. Так, вроде в этот коридор нам надо. Я подожду тут. Это вот она, дверь, о которой я тебе говорила. Ну, подумаем, что я поверю тебе сейчас. Неважно, как это звучит. Что это за сердце бьется? Оно и билось тогда? Так, опять же, стена. Мы не будем ее рассматривать. Сразу же используем вот эту штуку. И... Да, и мы имеем прекрасную дверную ручку. Как теперь использовать это? Просто толкни. То есть она развернулась, как я и говорил. Она должна была, по идее, с нами пойти. Видите, мы получили даже ачивку, в принципе. Давайте откроем дверь. Но как бы мы ни старались, мне кажется, мы все равно одни останемся. Видите, она не идет. Нет. И она, дверь закрывается. Мне так жаль. Я надеюсь, я нормальную вещь сделал, и ее топором тот мужик не зарубит. Куча зеркал, в которых губы чьи-то. Странно. Дверь. Открыть. Добро пожаловать в мой дом, юная леди. Кто? Кто ты? А у меня есть так много имен. Вы уже поняли, кто это, да? Это тяжело выбрать одно. Но самое главное имеет в виду то, что кто ты думаешь, кто я такая. Ну, что ты думаешь? Демон, Хали Канатафача, плохой сон, ты дьявол. Ты, наверное, та сучка, которую, которая бедная девочка говорила о тебе. Unlucky victim. А ну, давайте вот так вот ответим. Наверное, та сучка. О боже. Что за хрень? Интересно, мы выбрали то, что нам надо было? То есть мы правильно выбрали? Сломали зеркала просто-напросто. Возможно, мы что-то сказали то, что ей не понравилось. Но вы поняли уже, где мы, да? Мы... Подойди поближе. Этот голос. Это та девушка... девушка. Баба, которая... Я не такая страшная, как меня рисуют. Это та королева червей, которая была в Донфолле. Это та, которая в Кэт Леди была, которая управляла, можно так сказать, Сьюзен, которая должна была для нее найти четырех этих паразитов и убить их. Пожалуйста, будь моей гостью. Поешь немного супа. Ну, спасибо, don't mind if you do. Не, спасибо. Почему? Что не так с моим супом? Там кровь. Охренеть. Да. Очень-очень-очень не так. Это кровь. А, и смешно, нормально. Она кровью хотела нас... Это томаты. Конечно. Я бы сказал бы кое-что, но не хочу говорить женскую эту нашу аудиторию. Так, I'm not sure, я не уверена. Not... Вообще-то я не голодная. Actually, после всего. I'm not that hungry after all. Please, don't. Пожалуйста, не будь застенчивой. I made plenty for everyone. Я наготовила его много.
Ну, у меня вообще-то был большой ланч. Ну, не будь глупенькой. Попробуй хорошего супа, и тебе станет намного лучше. Вообще-то... Я пытаюсь что-то... Блад там... Ну ладно, если ты не хочешь... А, если ты хочешь суп отправиться в помойку. Но твой хороший друг Джо... съест до последней капли, что ли? Почему это? Он что, вампир? Ты что, знаешь Джо? А, он же не сумасшедший, он не сделает... Ты знаешь Джо? О, да, я хорошо его знаю. Он друг. Друг друга. Друг друга, что-то типа такого. Он пришел не так давно. Ты кормила его уже? Давала ему суп свой? Он лишь попробовал его. Но он уже что-то построил аппетит хороший, я тебе скажу. Я не понял, если честно, что она сказала. И когда это я ел суп тут, интересно? Может быть, я уже тут был? Но эта игра, я же говорю, она поехавшая до такой степени, что тут хрен поймешь, что вообще происходит. А, кто ты такая? Я имею в виду, реально, кто ты? Ну, по-настоящему, кто ты такая? Почему? Я же всего лишь сучка, как сказала какая-то девушка. Ты сказала, у тебя много имен. Я хочу знать, какое было перед этим. Я не использую свое реальное настоящее имя уже долгое время. Мне не нужны имена. Я королева червей или личинок, тут можно по-разному сказать. Обожаемое и устрашаемое, что-то такое. И это мое королевство смерти. Я беспокоюсь насчет тебя, вы знаете, чатинг. Ну, мне понравился твой суп, но мне надо идти. But there on another... Но было же какое-то еще одно имя. Я права? Да, оно было. Но почему я должен тебе говорить насчет него, насчет этого? Ты даже не принадлежишь этому месту. Ты всего лишь просто проходящая. Я не хочу тебе там открываться, что такое юная леди. А, не, я не хочу с тобой ссориться. Я съем ваш суп, если вы мне скажете. Ну, Лорелай. Звучит классно. Спасибо, что сказали мне, но... Я боюсь, что я соврала насчет супа, так что я, кажется, лучше пойду. До свидания, Лорелай. Нормально, то есть одурачили королеву червей, нормально. Да это вообще в какой-то этой было? Даже в мыслях не было такого. Она там могущественная, может взять и убить там. Хотя, может быть, она только после смерти, или когда человек только должен умереть, она тогда может быть какая-то крутая. А вся еда выглядит просто ужасно. Зачем кому-нибудь... Держать тут столько вещей или что-то такое. Что там было еще? Взять вилку? Ты что, передумала насчет моего супа? Нет. Мне просто нужно вилку взять на минутку. Если ты не собираешься есть, оставь ее для следующего гостя. Пожалуйста. Я что, вилка и суп есть? Что за бред вообще? Еще одна вещь. Да? Ты не могла бы задуть одну из свечей в следующей комнате? Да, зачем? Это маленькая традиция в моем доме. Я всех прошу своих гостей сделать это хорошо. Я подумаю насчет этого. Вы помните, что означали задуть свечи? Но я уверен, что вы знаете об этом, да, фанаты? А если... фанаты. Фанаты этой игры и те люди, которые следили за ней жестко. Гляньте, смотрите, глаза следят за нами в картине, охренеть. Свечи. Я, в принципе, покажу тем, кто не знает, что же произойдет. Задуем одну из свечей. В принципе, свеча олицетворяет жизнь человека. Какого-то человека. Ну, в принципе, вы сейчас все сами увидите. Вот что означает задуть свечу. Убрать одну жизнь из этого мира. Из реального мира. Но в принципе, я думаю, это ничего такого. Я показал, как бы, да? Flowers, цветы. White heart roses, a bit dead. Они уже мертвые долгое время. Так, автосохранение. Какие-то картины. Такое одинокое море.
Гроб. Что-то с этим гробом явно не так. Открыть. Он пригвозден или... Ну, что-то типа такого. Короче, мне надо та вилкой. Походу, этой вилкой мы будем скрывать этот гроб. Хрен его знает. Сейчас посмотрим. Опа. А это нет уже, смотрите. Табл. Взять. Вилочку. Не знаю, вилкой, мне кажется, вряд ли это получится. Но стоит попробовать, потому что других путей у нас нету. Так. Использовать. Нужно что-то большее, чтобы открыть этот гроб. Что-то, ну... Да, вилкой, походу, не получится, потому что он пригвожден там очень хорошенько. Так, что же мы еще можем взять? Флорборд. Вот, тут что-то есть, а ну-ка. Так, remove. Во, да, я не могу пальцами. Так. Вилка. Использовать. А вот и ломик. Ну, не ломик, а гвоздодер. Берем. Кроубар. Кроубар, я уже запомнил это слово еще со стольких пиксельных игр, в которых мы проходили на английском языке, да? Сейчас мы попытаемся его открыть. Так. Кроубар, use. Right. Да, давай попробуем сделать это. И резко переходит все на Джо. Весь план на Джо. Интересно. Такая музычка. Это, наверное, флешбеки, опять же, какие-то. Как ты думаешь? Как ты думаешь, я красивая? Ты самая красивая девушка, которая была на этой земле, которая ходила по этой земле, да? Вот почему я именно это подумал, когда увидел тебя. Это было 5 лет назад. Мне сейчас 29, я чувствую. Я не знаю. Ты все еще такая же красивая, как и тогда была. А, ну да, конечно, ты должен был сказать это сейчас. Я и так и думал, нет, я знаю тебя. Ты всего лишь это сказал для того, чтобы опять потрахаться или что-то такое. Вот и все. Я сказал так, потому что я реально люблю тебя. Я знаю. Я хочу не думать насчет этого, но... Насчет чего не думать? Ты не поймешь. Попробуй. Попробуй. Это глупо. Я чувствую себя как полный идиот. Я ненавижу себя и... Но это все время внутри голоса пытаются поменять меня. Я пытаюсь остановить это. Я пытаюсь. Но они всегда возвращаются обратно. И опять. И опять. И опять. Ну, ты можешь поговорить со мной насчет этого? Я не могу. Серьезно. Это не имеет значения. Просто ни о чем не стоит волноваться. Я... Ну, ты знаешь, как это выглядит. Я вижу, что что-то меняется в тебе. Ты мне не говоришь. Ты не поймешь такого. Просто давай оставим это. Я вижу это... Типа, не твое дело. I'm here for... Я тут для тебя, Иви. Просто скажи мне это. Что это такое? Okay. Хорошо. Я делаю саму себя больную. Что? Я так извиняюсь. Я не хочу этого, но... Это так легко. Всего лишь просунуть два, ну, пальца в себе в глотку. Ну, типа, блевануть. И посмотреть в зеркало опять. И что же я увидела? Но почему? Зачем? Потому что я женщина. И я хочу быть красивой опять, Джо. То есть она рыгает для того, чтобы быть худой. Ты и так красивая, пожалуйста. Ты что, тебе опять кто-то что-то сказал? Тебе не стоит прислушиваться к этим придуркам. Но они везде, Джо. Эти девушки в ТВ и в магазинах. Быть похожим... Зачем быть похожим, как они? Но ты даже не толстая. Я 12 размера, Джо. 12? Я не знаю, что означает 12 размера. Может быть, талия там или хрен его знает. Что у девушек там 12 размера? Ну, не сиськи же у нее 12 размера. Пообещай мне никогда не делать этого опять. То есть, я, может, неправильно объяснил.
Она блевала, типа пальцы в рот засовывала, типа блевала, чтобы похудеть. Есть такие девушки, есть такая методика, типа хаваешь и блюешь, короче, чтобы не набирать вес. Но это глупо, потому что ты, наверное, как бы никакие себя, как сказать, полезные вещества не даешь усвоиться. И получается, ни энергии не будет, будешь ходить потом вот такое вот вообще непонятно какой. Пообещай мне, что ты больше такого никогда не сделаешь. Вот почему я тебе этого не говорила. Я не могу остановиться. Я помогу тебе. Тебе всего лишь надо поговорить со мной. Когда ты хоть что угодно чувствуешь. И мы выбьем это дерьмо вместе, Иви. Ты злой на меня? Нет, я люблю тебя. Я никогда не могу быть злым на тебя, безумным там. Эй, слушай, мы должны завести кота. А что? Ты сказала кота? Да. Мы реально могли бы отвлекаться на это счастливое, типа это... Ну, это как-то резко, да? Ну, хорошо. Почему нет? Кот так кот. Он будет черным, как ночь, и глаза, как два изумруда. И он будет вонять. И он будет мурчать. И он будет царапаться. И он будет прижиматься к нам постоянно, когда мы будем грустить. Бедный кот. Как мы его назовем? Его? Мистер Флаффи, Джордж, Вискерс, Миднайт, Полночь, да? Тигр, Люцифер, Тень, Бадди. Давайте Миднайт, если он темный будет. Мы подбираемся ближе. Но это не то. Шадоу, может быть, Тень? Нет, это для лошади, возможно? Как его назвать-то, я не знаю. Люцифер, может быть. Люцифер. Люцифер. Понравилось, да? А это классное имя. Я имею в виду, это плохо, но это хорошо. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Мне нравится это. Вот и все, решили. Может быть, у сумасшедшей девушки соседней комнаты попросим. Ты знаешь, возле нее крутятся коты. Замечательно. Джо? Да. Я люблю тебя. Из соседней квартиры. То есть вы поняли, да, у кого? У Кэт Леди. Мать вашу, они жили рядом. Опа. Нет. Этого не могло произойти. Мы в гробу, друзья, как и были в оригинальном Донфолле. И на этом мы закончим наше прохождение на самом интересном. С вами был Блудлинос и... На этом мы заканчиваем наше прохождение. Смотрите следующую серию, ждите, лайкайте и пишите комментарии. Всем пока и удачи.